La La Land. Yeah! Да, да. Никакого нахуй. Да, да. Черт побери, да. Так надо. Тот самый Оскар, который мы заслужили. And here's to the fools who made me dream. My uncle Gary Platt. My mentor Sam Cohn. Чего? I opened the envelope, and it said, I wasn't trying to be funny. It's Moonlight. The best. Чего? Так, стоп, это правда пранк? Лучше бы они сказали, что так и должно быть. Да. Ну ладно, если бы просто с самого начала сказали, что лунный свет. Ребята, но таким это... способом... Короче, Оскар опять, мне кажется, заслуживает отдельного скандала, потому что это унизительно по отношению к людям, которые делали фильм «La La Land», и к зрителям, которые в него болели. И с зрителям, и даже к этим унизительно, к «Мунлайту». Тоже да. унизительно. Да. Это просто вообще скандал, честно. Это что такое? В конце просто они взяли... И это если коротко. Это вкратце. Вы сейчас увидели итог премии «Оскар-2017». И у меня после этого очень смешные ощущения остались, о которых расскажу чуть позже. Но пока что реклама. Социальный капитал от Template Monster позволяет помогать создавать красивые сайты и зарабатывать на этом. Регистрируйся в проекте прямо сейчас, получай персональный промокод, делись ими с друзьями в социальных сетях и зарабатывай деньги за каждое использование твоего промокода. Все подробности найдешь в описании к этому ролику. Переходи и действуй. Вот знаете, я уже давно отношусь к премии «Оскар» как к чему-то профессиональному, как к профессиональной награде, как тусовке для кинодеятелей, людей, которые варятся в киноиндустрии, которые действительно дают награды исключительно своим людям. Они, сами углубившись в процесс, знают, кто действительно заслуживает эту награду. То есть, понятное дело, что зрители в этой вот «Оскаровской гонке» наверняка выбирают «La La Land», потому что это действительно прекрасное кино, простая история с неоднозначным финалом, но тем не менее правдивым финалом, с прекрасной музыкой, отличным монтажом, операторской работой. Вот эти все замечательные элементы, которые соединяются в фильме «La La Land», работают и образуют такой смешанный коктейль, что невозможно оторваться. Я сам лично, повторюсь, смотрел это кино 3 раза и с удовольствием посмотрю еще не раз, когда это кино выйдет в свободный доступ либо на носителях. Но «Оскар» — это премия для киноакадемиков, людей из кинобизнеса, которые действительно заслуживают награды. Массовых зрителей на «Оскар» привлекают шоу и какие-то медийные популярные актеры. Но все-таки, в первую очередь, «Оскар» действительно техническая премия. То есть даже если рассудить, как эта премия построена по порядку, в самом начале практически награждают актеров второго плана, а ближе к концу самые интересные награждают режиссера, актеров первого плана и краски дают статуэтку за лучший фильм года. В середине же нам показывают некое шоу, некие юмористические вставки, чтобы мы окончательно не уснули и нам не было скучно, но все-таки в этот вот промежуток награждают краски людей за монтаж, за операторскую работу, за сведение звука и прочие технические элементы. Я давно не считаюсь премией «Оскар», как и с другими премиями, но за просмотрами как раз таки вот всех этих номинантов я могу узнать про новые для себя фильмы, про новых творцов, на которых также я захочу обратить внимание. И этим лично для меня интересен «Оскар», «Золотой глобус» и прочие такие вот шоу. Но то, что произошло на «Оскаре 2017», ни в какие ворота не лезет. Серьезно, это какой-то позор. Я сам эту ночь «Оскара» провел в компании товарищей киноманов-видеоблогеров. Традиционно это был «Сокол», как раз таки на его канале мы и вещали, а также в этом году мы пригласили Веста с канала End Action. И также спасибо огромное сайту Live78 за то, что они предоставили нам площадку, организовали весь эфир, у нас было несколько операторов, хороший свет, клевая студия, огромный экран, где мы смотрели трансляцию «Оскара», и вещали все это на YouTube, а также на сайте как раз таки Live78, где вы можете все это посмотреть. И в целом, вот вся эта премия изначально шла довольно спокойно и как обычно. Ничего особо интригующего не происходило, ничего особо необычного и неожиданного тоже, в общем-то, не предвиделось. Мы все ждали, что много «Оскаров» возьмет фильм «La La Land», ну а главный «Оскар», как нам не печально, должен был взять фильм про черного гея-наркоторговца «Лунный свет». Если честно, мне было жутко скучно, и я мог что-то напутать. Почему было понятно, что победит «Лунный свет»? Да потому что все знают рецепт оскаровских главных фильмов. Это должна быть какая-то остросоциальная драма. То есть «Оскар» уже за главный фильм дают далеко не выдающимся картинам, каким-то революционным. Зачастую это какие-то действительно острые проблемные фильмы. Они скучные, они зачастую совершенно несмотрибельные. Их могут оценить только настоящие киноманы.
И знаете, как раз-таки я себя считаю истинным киноманом. Я смотрю и люблю такие фильмы, о которых вы даже не хотите знать, вот поверьте. Но «Лунный свет» я кое-как высидел. Да потому что это просто бессюжетный фильм, очень рваный и рассказывающий, по сути, драму обычного человека о том, что нужно искать свою вторую половину по жизни, как бы тяжело тебе не было. Не обязательно для этого было персонажа делать геем, черным геем. Еще бы отрубили ему ногу и сделали евреем азиатом, ну серьезно. В общем-то, чего это я бомблю? Давайте перейдем к самой сути. В этом году, Оскар подставил нам такую утку, это такой фейл, когда в финале премии со сцены объявили, что главный Оскар получает фильм «Ла Ла Ленд», я действительно обрадовался. Обрадовался также и Вест, и Сокол. Мы просто трепетали от восторга, верещали как девчонки. Просто прыгали от счастья. На самом деле нам не верилось, что это произошло. Нам действительно хотелось этого всей душой, но мы думали, что этого не случится. Мы болели за «Ла Ла Ленд», но верили, вот действительно знали, что победит «Лунный свет». А тут произошло что-то невероятное. И это было офигительное ощущение. Все вышли на сцену, все, вот продюсер, создатели фильма, все вышли на сцену и начали говорить слова благодарности за то, что они действительно благодарны киноакадемии, что выделили именно их кино. И тут говорят, что это все было ошибкой. Darkness, my old friend. Они ошиблись, когда объявляли главную номинацию на лучший фильм, мать вашу! Как так? Это не только удар по создателям картины, которые же действительно на эмоциях выскочили, начали высказывать какие-то светлые, добрые слова. Это еще и удар по зрителям, которые действительно болели за этот крутой, мощный фильм «Ла Ла Ленд». И они были в восторге от того, что киноакадемики тоже оценили его по достоинству. Это был такой плевок в душу, что внезапно нам сказали: «О, ребят, стоп, это ошибка, это кто-то напутал, это на самом деле не так. На самом деле эту главную статуэтку получает фильм «Лунный свет». Лунный свет, а что, вы типа не знали, что «Лунный свет»? Так, ребята, вот вы уходите отсюда, вы вот все вот черные. Вы можете пересмотреть трансляцию на канале у Сокола на лайфе и увидеть наши живые, настоящие эмоции. Мы просто в какой-то момент зависли от произошедшего. И знаете, это был самый позорный фейл за всю историю премии «Оскар». Недопустимое событие, которое взорвало меня изнутри как киномана. И черт побери, я не хотел этого. Но я действительно после произошедшего просто ненавижу киноакадемиков и ненавижу конкретный фильм «Лунный свет». И серьезно, проблема сейчас даже не в премии «Оскар», в каких-то других премиях. Но задумайтесь, награждать людей начинают не за их заслуги, не за их свершения, а за их цвет кожи, за их ориентацию, за их рост, может быть даже возраст, или за то, что они просто женщины. Вы издеваетесь! Если вы такие борцы за толерантность, то почему «Охотники за привидениями», женская версия, не выставлена в номинации за лучший фильм? Почему актрисы из этого фильма не срубили все «Оскары»? Боясь вызвать гнев чернокожих актеров, вы вызвали невероятный гнев общественности. И я понимаю, что возможно, ну точно, мое вот мнение сейчас и бомбежка ничего ровным счетом не поменяет. И в следующем году все люди также кинутся смотреть новую премию «Оскар». Но серьезно, я не могу не высказаться по этому поводу. Так у меня внутри все горит. Мне больно от осознания того, что меня грубо наебали. Я очень много месяцев ждал этой премии. Не спал сутки из-за этого. До сих пор записываю это бомбящее видео. И ради чего? Ради вот этого нелепого пранка от Джимми Киммела. И знаете что? Мне даже больше нечего сказать. Смотрите мои предыдущие видео, подписывайтесь на соцсети, ссылки на которые найдете в описании. И в общем-то, нахуй иди, «Оскар» 2017-го. Нахуй иди!